вероятно, чуть дропшип. Я вот хотела к нему, и моя мечта сбылась. Но если бы меня взяли бы другие продюсеры, я потом, может быть, как-то перешла бы все равно к Виктору Яковлевичу, затесалась в компанию. И он очень классный, открытый, улыбчивый, веселый, смешной, без всякого такого налета пафоса, я продюсер. Такой обычный, классный парень, Виктор Яковлевич. Он на самом деле ничего никогда не навязывает, то есть он пробует разные варианты, но только то, что у тебя получается, то, что ты хочешь. Он никогда не даст себе песню какую-то, все, ой, ультиматум, такого никогда не было. Он мне дал совет, что не бойся давать хрипотцы, не бойся давать, дай хрипа, да, вот так круто. Я желаю всем участникам не потерять себя на сцене, потому что очень большая сцена, и она может просто съесть заживо артиста, который к ней не готов. Поэтому не волнуйтесь, пойте от души, все будет круто.